Лужков, 3-4, Константин Руденко, ну и вот пара защитников, чуть позже продолжу. Тарасенко открывает счет, и в этой встрече 1-0. 19 номер, Денис Кокарев, и вот первая шайба влетает в ворота, и это Михаил Анисин. Свой адрес он успел услышать, продолжается атака, и 2-0, надо менять Барулина, так дело дальше не пойдет, Круха. И атаки действовал. И вот какая классная передача. Варнаков переиграет Еременко. Переигрывает, но попадает в штангу. Ну, оборона попытаться не дать возможности СКА отличиться. И 3-0. 3-0 Тарасенко делает дубль. Две шайбы, 21 попытка. Ну и вот 1-1 становится. Счет Торпедо сравнивает. Это Юсу Хиетани. Собрался в этой ситуации, подключил защитника. Еще один бросок Евсеенкова. 2-1. Классно оставил шайбу. Бросок Еременко отбивает, но не накрывает шайбу. Еще одна передача. Выстрел. Но точно по центру бросает Михаил Тюлянко на Еременко. Еременко все равно пришлось потрудиться в этом эпизоде. Вот, немного сбавили обороты во втором периоде. Вот, надо наращивать третье, начинать лучше третье. А вот вы говорите, надо наращивать. Казалось бы, счет 5-0, тем не менее, вы считаете, что действительно в этом матче еще не все решено? А я считаю, что нужно готовиться к следующему матчу, и обязательно нужно хорошо сыграть третье, так как это плей-офф, и все команды играют до конца, поэтому на третий период надо выходить с лучшим настроем, чем на второй. Снова Горохов с шайбой, Горвяков. Под бросок. И снова Коваль вступает в игру, но это гол. 2-2. Гости, который Тарасенко счет матча открыл. Выход 2 против 1. И хитрик оформляет Владимир Тарасенко. Первый хитрик. Достаточно не Горбунову, а Галузину. Прошу прощения, шайба в воротах. Торпедо выигрывает и сравнивает счет в серии. 1-1.